Так, ну что, идем, приближаемся к этой Реджи. Вот. Уже классно, уже интересно. Оказались мы здесь абсолютно случайно. Никакого у меня не было планов никаких на это. Я думала, что почему-то мы поедем снимать Канавези. О, там еще один замок есть недалеко отсюда. Массаца такой называется. Вот, но... Ну как недалеко отсюда, до Бьелла, где мы были, где меня в средневековый город не пустили. Там рядом есть хороший замок, но мы не стали в тот раз останавливаться, потому что я вам, помните, говорила, что приехали там и поздно. Сейчас солнце очень мало времени, как бы, светит. И даже если еще оно не зашло, оно уже не освещает там, где я хожу. То есть нужно снимать утром максимум до 2 часов дня. Вот, я уже вижу, когда я уже хожу после 2, снимаю, уже у меня тень всегда. Ну, смотрите, вот сейчас я иду, да, и, в общем-то, мало солнца. Не поднимается оно высоко. Вот. Знаете, дом тоже кривой. И посмотрите, нету таких... Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там с печными трубами. Одна всего, смотрите, видите? По одной тут, смотрите, мало, видите? Всего. А тут, посмотрите, как вот в Дженове у нас, в Генуе. Два странных. Но это уже наш предел, или понимаете? То есть это говорит о том, что вот эти трубы как бы не дымят, вот эти, которые большие. Приходится, как сказать, приделывать вот эти. Там тоже здание осталось классное, посмотрите. Видите, все кирпичное, посмотрите. Туда мы тоже сходим. Посмотрите. То есть оно, как это... А tanto io ho sempre sopra, no, quindi... No, dico, poi deve fare il monumento e mi vengono io. Ma no, lei passa qui, tanto io guardo sopra. Смотрите, часто бывает такое, что длинное, да, длинное здание, видите, кирпичное длинное, да, посмотрите, как оно далеко уходит. А ширину, посмотрите, какое узкое. Ну просто, ну разве можно это назвать зданием? Это вообще невероятно, невероятно. Смотрите, сколько дыр, да? Для дыхания дыры. Там пусть что говорят, хотят. Что хотят, то говорят. Смотрите, еще ни одной скобы не видели, да? Заметили? Потому что у меня на них чуйка, они бы мне уже показались. Даже если не хочу их видеть, они мне все равно... О, есть одна. Вот маленькая-маленькая, смотрите. Видите? Малюсенькая, наполовинку. Ой, чё-чё-чё-чё-чё. Хорошенький. На фемину. На фемину, все фемину, маленькую джунджу. Хорошая девочка. Видите, посмотрите, я не вижу, чтобы было такое засилие труб. Нету скоб. Заметили, ребятушки? Ни одной скобы. Офигеть, видите? Так что не надо мне говорить, что двигали дома. Я уж соглашаюсь там, не ругаюсь с новыми людьми, не спорю. Привожу свои доводы. Я уже научилась, ребятушки. Я чувствую, что я научилась уже вести себя прилично, так сказать. Раньше там орала, да, подправляла в сад и в жопу там, и везде. А сейчас уже просто... Посмотрите, ни одной скобы, ни одной. То есть это все средневековые дома, ребятушки. То есть сейчас я стараюсь приводить доводы. Но мне так нет, как бы. То есть я опять же говорю, что каждый человек, естественно... праве думать и делать, как он хочет, абсолютно. Но все-таки я не говорю голословно. Нельзя сказать, что я говорю голословно, потому что у меня есть факты. Часто у меня есть факты. Так, короче, я так понимаю, что туда меня не пустят, потому что там контроли какие-то явно. Вот. Но это вообще просто невероятно, что мы видим. Просто уже... Уже это невероятно. Посмотрите, все из кирпича. Просто офигительно. Сейчас я покажу вам вот этот дом, на котором версала билетерия. Посмотрите, сколько тут труб. Посмотрите, они вот точно мангусты. Посмотрите. И вот эти точно такие же трубы на Палаццо Реале, на этой... На пьяцца Кастелло, это в Торино, которая это самая такая странная пьяцца, которая считается самая мистическая. Точно такие же там мангусты.
divieto di assembramento obbligatorio della mascherina, dove? Poi cosa di altro? Scusate, posso chiedervi una cosa? Scusate? Scusi? Scusi? Posso chiedervi? Loro chiedono Green Pass per entrare dentro? Sì, chiedono Green Pass. Quello super Green Pass, quello super Green Pass. Sì, 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 okay. Sì, sì, quindi sì, non sì. Si può neanche entrare in giardino allora? No. Ah, okay. Grazie. Ну, короче, они требуют вот этот супер Green Pass, как я уже и думала, поэтому я даже не хочу приближаться. Но очень есть интересные вещи. Ребятушки, я вижу восьмерочку нашу. Вы посмотрите, здесь у нас все, все у нас, видите, здесь это вымощено. Вот, вот эти люди, которые сейчас только что прошли, они на меня плохо посмотрели, типа, да, у тебя нету Green Pass, типа, как ты вообще ходишь на улице, да? Ну да, нету. Вот. Ой, посмотрите, что торчит из этого дома, посмотрите, посмотрите. То есть изнутри дома, посмотрите, что торчит. Видите? Так что, ребятушки, вот, приходится страдать, не все можно снимать, но мы, то, что нам надо, посмотрите, как опять, посмотрите, трубы идут по краю крыши, поглядите, по краю крыши идут, видите, три трубы, посмотрите, три трубы по краю крыши, то есть, если вы еще не верите, что я вам говорю, что это трубы роста, я вас завалю этими трубами, понимаете, завалю, но мне самой это не нравится. Так, солнышко вам сняла. Но вот это я хочу сейчас вот более внимательно к этой штуке. Но посмотрите, посмотрите, вот здесь огромная вот такая штука, и там всего вот маленькая труба, да? Смотрите, маленькая совсем, да? И там еще одна. Я сейчас хочу к восьмерке подойти. Посмотрите. Сначала это снимем. Обратите внимание на плиты наши. Ну, они такие, скажем так, даже простенькие. Посмотрите, раньше можно было просто зайти туда, да, и там гулять. Потом я призапаула. Эко, браво. Пропозиция. Подписка паркеми. Не сыграл канал Манжата. Радно. А что посмотрим на дело? Короче, посмотрите на нашу восьмерку, да? Двойную причем. Посмотрите, посмотрите, она начинается, видите? То есть есть начало, видите? И потом пошло. Видите? Как интересно. И заканчивается вот где начинается. Прикиньте. Allora, io non posso entrare là. Già anche altre persone non potevano entrare. E quindi volevo chiederti, ma si può comunque da dietro guardarlo, sì? Allora andiamo. E poi ho già visto che il fiume che è più interessante. Ci sono livelli di... Non so se posso avvicinarmi. Oh, sto lavorando adesso, eh? Tu devi farmi capire come che posso, dove che posso, diciamo, vedermi da dietro, ok? Короче, ладно, ребятушки, идем. Я хочу показать вам кое-что. Смотрите, смотрите. Обычно мы дырки видим, а тут, смотрите, наросты. Смотрите, видите? Наросты. Видите? Интересно. Пупки такие, наросты. Вообще похоже на альена, я хочу... Аспетик и волю фарамидеры квеста. Опять это лень. Вот, смотрите, посмотрите, сколько наших линий вибрационных. Ребятушки, у меня такая информация просто, вы вообще просто упадете. Алена уже знает о ней. Посмотрите, как вырезано, да, сколько тут линий. Вот скажите. И ни одной скобы, заметьте. А, вот одна маленькая скоба есть. Я не понимаю, объясните, зачем нужно дома двигать вообще? То есть один, да, дяденька мне там, что дома двигать. Зачем вообще дома двигать? Я вообще не понимаю, какой смысл в них? Особенно вот такие дома. Это разве вообще можно домами назвать? Это просто вообще нереальное. А когда он узнает, что я знаю, я думаю, что, ребятушки, от того, что... Я знаю, куда я вас... Когда все кузи, все лицо с детром.
Ma le luci qui non è molto bello, però. Però guarda, guarda come sono i miei трубы. Смотрите, какие, да? Смотрите, извращение вообще. То есть как будто что-то новое растет. Посмотрите, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, смотрите. Отсюда хорошо видно их. Знаете? А тут все по одной, смотрите. По одной на каждую, как бы, эту. А тут вообще вот такое. Ну ладно, я хочу все равно вот это вот. А посмотрите, какой рисунок. Посмотрите, какой рисунок. У кирпича. И тут, посмотрите, как все сложно. Тут как бы колонна идет. Но потом люди мне могут сказать, что да. А посмотрите, здесь вообще. Как же все здесь просто, да? Типа, это же нормально. Нормально. Нормально для, как бы. Для, как это называется, для королей, да, такое иметь. Опять же, я вам говорю, что по идее, вообще-то, даже не это красиво для нас, но для них не особо и красиво. Давайте посмотрим лица. Лица, видите? Вообще даже никакой серьезности, да? Страшные какие-то, смешные лица. В общем, сама вообще, ой, архитектура просто зашкаливает, сам рисунок кирпича вообще зашкаливает, ребятушки. Вот даже вот это вот просто зашкаливает сложность, как это все достигнуто. Вы? Арки тут, треугольники. Аспекта кайо, фачу видеры нору слово. Кузида кайо. Посмотрим, что там, куда идет это все. Сможем показать вам только крипа. Ну вот смотрите, вот здесь с этой стороны сюда она, видите, а тут пусто, видите, тут туда идет река, и там фьюмы. Ладно, он мне говорит, подними. А вот смотрите, на крыше ни одной трубы. Ни одной печной трубы. Варда. Как топили. Видите, да? Только одна пупка торчит наверху, кстати. На крыше, да? А? Смотрите. Види, как вино. Ченанка ун камино. А? Come mai? И qui son tanti. И qui son tanti, си? У него нет ответа, видите? А вот смотрите, вот здесь на крыше торчит тоже, смотрите, что? Поглядите. Видите? Шкаф какой-то, да? Сундук такой. Вот так вот. Короче, сейчас я сделаю короткое видео, да? Секунду, ты дево фара шортс. Белло. Devo fare shorts o attraversiamo, vediamo cosa c'è indietro. O comunque a me piace molto questo вот. Очень мне нравится это вот. Как если я начну сейчас охать-яхать, один какой-нибудь сейчас мне напишет, что там такого, чтоб охать-яхать. Да ничего. Посмотрите, сколько вибрационных линий. Посмотрите, посмотрите. Давай, вон. Ну ладно. Пойдемте, пойдемте обходить. Это сейчас я переключу на другое видео.